Приветствую вас на канале Asmodee Play. Продолжаем играть Чужие против Хищника 2. Давайте продолжим игру. Я уже даже не помню, как здесь мы хренакали. Это что такое у нас? Так, это fire. Так. Для взлома. Сварка. Пистолет, дробовик, автомат. Так, а где у меня фонарь-то? Фонарь где? Настройки, ну-ка. Управление. Морпех. Пригнуться, использовать. Так, перезарядка, наплечный фонарь. Ё-моё. Вот он. На G. Охренеть. Меня хотели убить. Так. Понятненько, ладно. А где-то тут у меня есть подсказки, что получено, так мало сообщений, цели обновлены. Это мне потом бонусом выйдет, да? Ладно. Так, расплескалась жижа. Так, а там никаких сюрпризов-то нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Как это подбирается? Так. Угу. Ладно. Прошелся. Что случилось? Я надеюсь, десантный корабль скоро прибудет. Ага. Так, сохраняем.
Видите, как давно не играл? Блин. Сюда? Нет, не сюда. И не сюда. А вниз. Только перед тем, как вниз пойти, подожди, я могу обратно пройти? Я хочу вот так патроны пополню. Блин, так-то страшноватенько. Понятно. Что, что не так? Ну, пойдем посмотрим. Так, у меня карты-то нету, да? Я не туда нажал куда-то, что ли? Ну вот. Я отсюда пришел. Здесь пока ничего нет, нету. Понятно. Один путь. Это вон туда. Нас ждут из темноты. Нет. Вышел так платформа.
security system, I can contact your ship. А чё, ты не пойдёшь со мной, что ли? И оружия поди нету, или есть оружие? Или мне показали, что нехрен ходить тут? Только там хищник был, чужой, кто был-то? Давайте, какие-то энергобатареи у них на спине. Так, ладно. Там все было безопасно. Откуда приходил? Заблокировано. Ну так темно. Могли бы и посветлее сделать. Подождите, а где у меня прицел? О. Все. Ну теперь мы бегаем. Эти-то твари могут везде бегать. Взял. Так, самонаводящиеся ракеты. Так, сначала батарею восполним. Не будем лезть. Спешить мы не будем. Жарко, да, кот? Ух ты, это что такое? Мининган стреляет крупнокалиберными патронами, которые идеально подходят для уничтожения бронированных целей, таких как преторианец. Кроме того, миниган прекрасно подходит для уничтожения людей, хищников и трутней, используя альт-огонь для предварительного разгона стволов. А, вон оно что. Не, так мы пока будем этим пользоваться. Ну, вроде бы как патроны, да, взяли. Бывает, десантный корабль. Убедись, что на пассажирской площадке нет ксеноморфа. Система управления. Я сомневаюсь, конечно, что это так должно работать. Так, утвердить секс. Так. Что-то я маленько не догоняю. Вроде бы правильно, да? Блин, хотел с нее что-то взять, это как этот. Что он, дай бог памяти-то?
как в Ведьмаке. Подожди. Сохранить. Здесь же я был, правильно? Залазил на эту штуку. Получается, мне сейчас надо обратно к нему, к десантнику. I hope that dropship gets here soon. Я не понял, куда. Ну не назад же идти или назад идти? Посмотрим. Вот это херня получается, ребята. Блин, вот так строят. Пультов я ничего не имею. А куда мне? Блин, несколько лет не играл. Лет 20, да? Не играл. Какого он, 2000 года какого-то там. Такой момент. Где ты у меня? Охренеть. Так. Где у меня? Вот он.
Охренеть, чего у меня тут только нету. Так, дата 9 октября, 22:30. Что нужно сделать, чтобы получить здесь немного любящий язык? Так, что он думали, что аккуратнее было абсолютно ранним. Так, проклятие, я хочу, чтобы они получили управление. Так, будь у меня с ума. Так. Сохранить. Вот это я нашел. Что теперь к тебе только или как? Или ни хрена не к тебе? Куда я должен идти-то? Да еб твою мать. I hope that dropship gets here soon. Вообще, по идее, да должен был выжить или не должен был выжить? Какой ты, блин, персонаж такой? Где вы, наверху? Так. Сохраним. Или я должен зачистить был здесь все? Вот так. Пока все хорошо идет. Можно спуститься, конечно, и броню пополнить, но нет, улетел. Я поймал Томико. Я провела небольшие исследования и передам тебе координаты существующего участка входа. Мать говорит, что на схеме указана аварийная посадочная площадка неподалеку. Я все еще отправляю данные. Доберись до своей команды. Я иду за тобой, Томика. Через пару минут ты должен увидеть место. У тебя есть план побега, верно? Да, спущусь на главном лифте вдоль по одному каньону через ворота и вверх на лифте вспомогательной взлетной. 10 минут? Легко. Когда ты начнешь
спуске, поднимусь на безопасную высоту, я буду кружиться наверху и вернусь, когда ты выберешься наружу. Томика собирается обеспечить мне прикрытие. Найти свою команду. Так. В средствах я ограничен. Так. Сейчас посмотрю, оглянусь. Что тут? Это-то что за хрень, пойми чего? Так, как я понимаю, надо вот потихонечку так вот. Сохраняем. Неизвестно, когда, как это будет выглядеть. Давно не играл. Ага, ни хрена не так. А где у меня жизнь не показана? Не показано, ладно. Давай. Один путь, да? Подожди, я что-то не понял. Так, ну это не команда, там, ну люди, конечно. Ждите. Жду. Это старый участок исследования. Его покинули после того, как он так. Это древние руины, там десятки тысяч лет. Они проводятся в действии геоэнергии, используя невероятно сложные реакторы. Мы даже не начали понимать эту технологию. Так что, чтобы не жаль здесь, они, похоже, развели их, как правильно. Не успел прочитать.
Но я вас спасал еще. Охренеть. Так, а у меня куда идти-то надо? Эта дверь приводится в действие паром турбин, наверное, забить и следуй за турбинами из баса. Короче, должен как-то... Так, найди свою команду, уничтожьте заряжение, так, заражение чужих, чтобы перезапустить технологию. Ага, я должен как-то это уничтожить, что ли? Может, это где-то в другом месте делается. Сейчас посмотрим. Врата должны открыться, так я понимаю. Тут за место фонаря вот так вот. Энергия, она же на ходьбу влияет, она же на стрельбу. Ладно, ждем. Сохраниться надо. Как его уничтожать? Так. Вот так вот, наверное.
Только хищники это как, слюнями делали или как? Вот чужие -то. Это же надо было как-то остановить это дело. Вот видите, все заработало. Как они это остановили дело, я не понимаю. Ё-моё. Так и сожрут быстренько. Ладно, ждем восстановления. Это патронов так не хватит на вас. Ну, вроде бы. Так, сохранить. Здесь-то мы уже почистили, почикали. Вторая запустилась. Вот так вот и матка выбежала там. Солдат или полта, как правильно называть-то его. Охренеть. Я дурею с этих людей. Не людей, то есть. Ну ладно, у меня хоть броня хорошая пока еще остается. Хотя и сняли, сняли. Ну что ж, идем, идем. Я уверен, это еще не все. А кто долбит? Ворота-то открылись. Блин. Броню как пополнить можно? Паром не пополняется.
Блин, подожди. Загрузить. Ну да. И так, вот теперь сохранить игру. Прекрасно. Охренеть. Только я вот этот поджечь должен или что? Не. Охренеть, это я куда попал? А так и должно быть. Смотрите-ка, по ходу дела, да, так и должно было быть. Так, ну-ка, подожди-ка, сохраним. Не говори, что мне тут балки тоже рубить надо. Вот и хреначись там пока. Так. А как тут меняется-то, я уж забыл.
Ну-ка. Как поменять-то управление? Шаг переключить, бег, прыжок, огонь, альтернативный огонь. Так, режим посмотреть вверх, посмотреть морпех. Так, дробовик. Последнее оружие, миниган. Так, нож, сварка, устройство взлома, вспышка, фонарь, перезарядка. Блин, а как это? А у меня и магазинов-то нет, все, у меня только одно оружие. Твою мать, беги! Да твою что дивизию. А что будет, не знаю. Давай, давай, давай. Что за выхлопы? Так, сохраню игру, что-то я не понимаю, куда я бегу и что я делаю. Так, 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 так.
А где же ты раньше-то был, пулемет гребаный? Так. Так. Надо тут как-то мне выжить. Вот меня отвлекли. Блин. Меня отвлекли. И есть. Убил. Ну, сложноватенько было, да, конечно. Что-то я не понял, что у меня? Думал, что зависла игра где-то. Так, мы планету покидаем или что? Направляемся к лабораториям. Свяжитесь, или свяжите меня, или что это? Со мной. Ты в порядке? Мы сделали это. Мы летим за тобой. Ты передашь данные моему отцу. Ты можешь сделать это сама. Мы уже летим. О чем ты говоришь? Я в пути. Нет времени. Не сдавайся, Томико. Слышишь меня? Они не смогут сохранить это место. Я не позволю им. Что бы ты ни делала, остановись. Все же, как тебя зовут? Эндрю. Береги себя, Эндрю. Конец связи. Томико. Томико. Я зафиксировала мощные скачки напряжения. Блин, погиб. По планете у них такая поганенькая. Томико. Томико. Она уничтожила там все. Томико. Допрос. Вейланд. Так, инцидент. Предложение. А, резюме. Экстренная отправка. Докладывает Маккен. Так, покинуты огромные потери. Один десантный корабль все еще считается пропавшим. Эвакуация сорвана. Рекомендую продолжение. Ага, так они же нас заманили-то именно для того, чтобы наплодить этих чужих. Себе. Точно. Но мы все-таки отбились, смогли выжить. Ну что ж, за человека мы прошли. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. В следующий раз будем уже проходить за хищника, либо за чужого. Пока.